Всем привет! Это уже четвертый день челленджа прожить неделю в Лондоне на 100 фунтов. Сейчас я живу у своей сестры, присматриваю за собакой и кошкой в прекрасном районе Ноттинг-Хилл. Возможно, вы где-то про него слышали. В холодильнике было пусто, мне не хотелось идти за продуктами, поэтому я просто купила себе сэндвич в кофейне. Дальше я пошла за молоком, чтобы приготовить себе кофе дома, но на входе я встретила бездомного и спросила, что он хочет. Он сказал капучино, поэтому я взяла ему капучино. Я очень часто вижу этого дяденьку или дедушку рядом с этим магазином, он точно бездомный, поэтому я всегда спрашиваю, что ему нужно из еды. Затем я позавтракала дома, и мы отправились с собакой гулять в Гайд-парк. Это был первый день лета, была чудесная погода и вообще очень классная атмосфера. Купила себе bubble tea, потом уже вечером пошла за продуктами, которых у меня все еще не было в холодильнике. Купила себе чисто продуктов на два ужина. Тут всякие макарошки, лосось, фруктики. Ну и итоговые траты за четвертый день вы видите на экране.